Мы с Вероничкой скачали покемонов. Вон он. Это червячок. Лови его, пока он не ушел. Так, он где-то. Подожди. Да нет, он же тут близко был. Да он в доме был. Он в доме? Да. Так, надо карту найти. Да подожди ты. Подожди, он же только что рядом стоял. А, его можно нажать. Осторожно, он прямо на двери ползает. Так. Близко. Попался. О, попала? Ну, что там будет? Он просто поймается или выскочит. Все, поймался. Так, отлично. Что там будет дальше? Так, 3 конфетки. Так. О. Что это значит? Медалька. Вон даже речка отражается. Да, конечно. Ладно, ты сейчас покушай. Это крыса! Это крыса! О, боже, давай. Это крыса. Она такая, она очень злая. Попалась! Только не выскакивай. Пожалуйста, не выскакивай. Ура! Прям на участке поймаю. Даже не вышли из дома. Уже. Ой, так, подождите-ка. Где-то еще есть две крысы. Да, ну сейчас позавтракаешь, потом пойдем поищем. Давай, покушай, потом пойдем. Хорошо? Можно, давай. Не куша. Давай покушаем, потом пойдем. Давай, иди завтра. Так, ну что, давай, включай. Мы покушали. Как это выглядит вообще, приложение? Вам покажу. А, только у нас сейчас интернет плохой будет. Наверное, он будет плохо сейчас ловить с плохим интернетом. Так, пошли. Будем искать сначала на площадке. На участке посмотрим. Ой, крыса! Где? Стоп! Покажи. Вот, прямо перед нами. Вот она, крыса! Сейчас нажимаем. Ах, не успела. Не сравни. Опа, попалась. А где ты ее увидела? Я что-то вот ничего здесь, не поняла. Ну, давай дальше. Подожди, надо посмотреть, поймалась или нет. Да, поймалась. А что, может не пойматься? Да, она может выскочить. Она да? Выскочит. У тебя так было? Да. Когда ты с крысой? Так, пошли дальше. Подожди, а дай я карту сниму, как это все происходит? Ну, смотри, вот он же ничего не показывает нет, здесь. Вот я иду, и мы должны вот, если будет близко покемон, тогда... Давай обойдем вот здесь вот. Ну, зачем? Потому что там строительство. Ой, где-то... Где-то... А это что такое? Вон. Это он показывает, кто может быть рядом? Да. О! О! Крыса! Вот она! Я вообще думал, на участке никого не будет. Будет, конечно же. Я всегда здесь это... Только... Говорят, в городе их очень много. Этих покемонов. Блин, не надо цветы. Не ломай, дедушка ругать будет. Так, пошли дальше. Так, где-то рядом птица, где-то вот эта как, покажи. Гусеница, а где-то крыса. Откуда ты знаешь, что рядом? Потому что здесь они... Они показывают? Вот это гусеница, о которой я говорила. Надо поближе подойти, а то я не могу. Так, а, вот, все. Вот так. Она. Круто. Ага, попалась. А может быть... А как-то можно еще, мне говорили, как-то их эволюционировать, что-то такое. На, чтобы делать... он лучше стал. Да, вот. Ну, пока... Это, я хочу это, тебе... не, это рано еще, да? Делать. Подожди, нет, можно. Сейчас. Так. Что ты хочу... там смотришь? А, можно улучшить подожди. Как-то их? Ой, это у нас откуда? Это я утром поймала у дивана. Понятно. Сейчас. Это. А, не-не-не, я никуда не туда заглядываю. Так. Господи, как ты все это понимаешь? Я ничего не понимаю. Это, как это? Жалко, что не русифицировано. Я же забыла, что нужно это нажать. Нет. Это что, кого-то собрала уже, да? Да, так, подожди. Надо... Я хочу улучшить крысу, потому что интересно. Да. Все, так, сейчас это будет ты улучшаться. Улучшаешь? Да, она да, будет сильней. Снимаю. Она будет сильней. Потому что крыса очень сильная. Ну, она больше какая, будет, какая да? Какая будет крыса, она будет такая. Подожди, а потом можно вау. В всяких командах участвовать, какая, да? Смотри. Да, вау. Никуш? Гоша говорил, какие-то команды можно потом да, вступать, да? Да, не... Во какая, прикольно. Такая толстая. Новая. Во какая. Ну все, пошли дальше искать. Все, пошли дальше. Так, где-то рядом птица и крыса. Баба. Так. Баба. Так, Стан, почему-то мы не идем. Так. Может, там уже нет никого? Может, мы за забор сходим?
Нет, вот там я крысу где-то поймала, помню. Но это около того камушка, я помню, когда-то. Так, мы идем прямо вот в реку. Ладно, давай обойдем туда. Вдруг там какой-то наш кот попадется. Просто очень редко попадает. Мне кажется, на участке уже не будет. Пойдем за забор. Ну подожди, ты хочешь по кругу пройти? Да, не да, все. Проверь, ну ладно, там. Так, вот мы прямо на дорогу. Вот так встречаемся. Вот наш дом. Вот этот, вот эти квадраты обозначают, что это какие-то дома. А-а-а. И вот мы прямо, вот наш дом большой. Все, мне кажется, здесь нету, Зай. Ладно, пойдем на улицу. Ну, пошли. Только Полину надо забрать. А Поля с бабой, ты что, забыла? Пошли за калитку. Ой, дорога в лес. Только здесь. Сейчас мы калиточку откроем. Туда. Ну, в какой сторону пойдем? Ну, смотри, что тебе показывают. Ага. Иди сюда. Вот там что-нибудь высвечивается? Есть что-нибудь? Нет, пока нет. Где-то рядом птицы. А, значит, кто-то есть рядом. Да, вот только что. Это птица еще. Где вот червячки и всякие гусеницы, там, это значит, где паутина, там или червячки, или гусеницы. Может, паутина. Там будет. Вот так. Стоп, мы вот так вперед, вот там только что вперед шли, и там дорога. Там дорога. Вышли мы из леса, решили пройтись подальше. Вдруг найдем. Так. Вообще мне нравится в этой игре то, что в ней надо много ходить. Там даже какие-то... Что там, Никуш, там говорил нам Гоша, что есть какие-то вещи, когда, чтобы улучшить, надо пройти несколько километров пешком, да? Такое. Там есть такие задания, когда надо... Ну, 5 километров. Несколько километров пройти пешком, и тогда там будут какие-то улучшения. Не улучшения, а какие-то. А что? Кимончики какие-то там. В общем, я... Ногу уже прошли. 5. Там кошка не говорит. А тут вот прям карта рисует дорогу, как мы идем. Вот дорога вот эта, с севера. Да. А вот здесь вот эти квадратики, да, дома. Это дома, всякие. Да. Мама, дай звезду новая. А для чего она нужна? Она новая. Мы не знаем, у нас такой нету. Звезда какая-то появилась? Да, вот видишь, сфера. Значит, это что, надо, значит, она где-то новая, рядом? Значит, новая рядом. Очень звезды редкие. Надо быстрее искать. А вдруг она там, где соседи живут? Прячься. Сейчас, Зайка, мы найдем покемона? Подожди-ка. Сначала. Это вот она. Какая-то звездочка у нас. Мама, где мои очки? Не очки снимать? Да. Я не хочу снимать. Что ты мне в карман руку засунула? Это мой. Поиски покемонов. Я, правда, не знаю, зачем мы их ищем, но мы как-то азартно вступили в эту игру. Меня нету. И заодно прогуляемся пару километров. Что дома сидит на диване, если можно походить и поискать. Где-то рядом еще крыса, мама появилась. Где-то еще крыса? Да что-то, мне кажется, она у всех, мама, у соседей, а не у нас. Ну, у нас это... Ой, не так нужно. Вот это еще крыса вот. У нас покажи. Была она. Вот видишь, еще одна крыса появилась. Это что, значит, она где-то рядом? Да, вот заметили. А что мы их не видим тогда, если они рядом? Потому что надо чуть-чуть поближе. Сейчас выйдем за ворота. Пойдем дальше. Так, вот мы идем. Рядом еще вот это. Кто? Не знаю, какой-то у нас умеет. Вот этот, или это лиса, или белка. Вот, рядом, видишь, еще появился. Так давай ищи, что-то они все рядом, а ты никого найти не можешь. Хорошо, ветерок дует, хоть не так жарко. А днем тут вообще плюс 30. Эй! Не знаю, как насчет покемонов, а малинку я поем. Ну да, ты же у нас малинничек. Да, я люблю малинка. Ням-ням.
Вкусно. Правильно, надо все совмещать. Поедание малинки и поиск покемончиков. Да, мы тоже нашли малинку. Угу. О, супер. Смотрите. Покемоны от жары решили спрятаться. Покемоны? Прямо дайка. Тебе тоже дайка? Да. На, кушай. Спасибо. Пожалуйста. Он нарисован так. Ты нашла его? Да, вот. Ой, мне не видно ничего. Ну, мама, ты же покемоны перестанешь. Ой, они дошли. Повернись тут. О, попала? Все? Кто там вылупился? Подожди. Мне ничего не видно, оно отсвечивает. Потому что здесь солнце, я не виновата отсюда. Ага, вообще ничего не видно. Все? Получилось? Где-то рядом еще червячок. Пошли искать. Подожди, камазать и все. Мне кажется, весь секрет в этой игре в том, что людям нравится, что они не просто сидят дома там, а у них как приключение, как искать клад, что ли. Азарт присутствует в этой игре, что ты должен найти чего-то, людям это нравится. Поэтому такой ажиотаж вокруг этой игры. Потому что в этом, ну, нестандартно, как ты просто сидишь дома, скучно, а тут нужно куда-то идти. Там даже потом какие-то задания выполнять. Я так понимаю, что в городе их очень много, этих покемонов, там разные команды люди играют. Там. Ой! Куча всего интересного. Червячок! Покажи! Вот он! Где? Вот он! Опять все отсвечивает? Оса! Оса! Или комарик, просто у меня чуть-чуть комарик, это я его вставляю. Давай, только не выпадай. Ну видишь, все-таки кого-то мы нашли тут в Подмосковье, да? Да. За городом, конечно, не так интересно, где люди живут, где много домов. И жизнь кипит, там больше покемонов. Ой, смотри, мы можем его улучшить. Давай. А что, я не знаю, какой он будет. Ну, а ну давай, попробуй. А, точно, он же вот такой прикольный. Я помню, как он там выглядит. Ну, дома улучшим. Ой, где-то три крысы, где-то две птицы. Машина едет. Ничего. Отходим. Машина. Стой, стой, стой. Пошли вперед. Может, еще найдем покемона любителя леса, а не городской жизни. Дуй, зайка. Ой, где-то рядом еще гусеница появилась. Дуй, одуванчик. Где-то рядом, мама, еще гусеница вот появилась. Ну так ищи. О, вот она. Нашла? Да, только что. Вот она. Вот она! Что-то у нас все отсвечивает, я не могу никак снять, как ты играешь. Почему здесь солнце нет? Попало? Да. Вот. Взяли одуванчик и появился покемон. Ага, прикольно. Мне нравится, что прям дорога реально отражается. Это мои. Только я интересно, как же он улучшится? Ну нажми получше. Что ты боишься-то? Просто я не знаю. Ну и что? Ну знаешь. Вау. Он, наверное, из гусеницы бабочку превратится. Наверное. Или он сначала. Вау. Ой, что это такое? Или это не гусеница, я не знаю. У него... Кто это? Не какой-то, знаю. Какой-то непонятный. Вот сначала так, потом так, потом так. Интересно. Значит, а потом бабочку, наверное, там замотался. А потом... Не знаю, может быть. Ну, пошли класс. Дальше. О, шестой! Шестой уровень пришла? Да. Что тебе за это будет? Мне дали сейчас. Может, ты сможешь в команды вступать? Подожди. Вряд ли. Нет. Подожди. Еще? Так, что... Смотри, у нас это есть... Чтобы оживлять. А что это такое? Это чтобы, наверное... Ну, ладно, потом спросим, что это такое. Оживлять. Смотри, тут еще столько питомцев. Всяких функций, которые мы не знаем. Был бы он расофицированный. В России пока нет. Нельзя купить эту полюсь. И где-то птица, и где-то вот эта звезда. Ее вообще как-то сложно устанавливать. Не, мой брат установил Гошку. Без него бы я не установила. Скоро дорога заканчивается. Потому что они у нас в России еще не грузятся. Он как-то сделал, что как будто мы в Америке,
а в Америке смог загрузить, как будто мы в Америке, потом опять поменял на Россию, в общем, я не знаю, как это сделать. Но нам сделали. Бесплатно, но смогли установить хитрым путем. Ну, скоро, я думаю, что у нас можно будет устанавливать, они тогда будут русифицированы. Ну, мы не как крысы, если 8-летний ребенок смог разобраться более-менее, как играть. Тут главное очень ходить и их искать, потом задание выполнять. Там всякие на более сложных уровнях, я так понимаю. Или надо, когда в город приезжаешь, там мне рассказывают, что какие-то памятники даже он просит найти, какие-то картины там, в общем, ходишь там, прикольно. Вот здесь у нас хрюшки живут. Не хрюшки, а кабанчики. Мы думаем, а вдруг покемончик захочет пообщаться с кабанчиками, и мы его поймаем. Привет, кабаны. У вас тут есть покемоны? У вас тут свои маленькие покемоны родились. Мама. Они очень агрессивные, эти кабаны. И в лесу с ним лучше не встречаться. Палиш, только не трогай ничего, тут грязно. Ну что, Никуш, нет тут никого? Нет покемонов? Нет. Ну пошли к лошадкам тогда. Какашки. Какашки там, да? Да. Да, хрюшки, они на то и есть. Что от них много какашек. Какие-то какашки. Так, идем к лошадкам. Может быть, у лошадок есть покемончики. Наверное. Как думаешь, Никуш? Наверное, будет крыса. Лошадка. Ищи, зай. Вот это. Смотри, мама. Вот здесь хорошо видно, а тут вот солнышко не так отсвечивает. Вот, а как ты знаешь, что она? Потому будет? Что она появилась только что. А, значит, она рядом где-то, да? Угу. Ну, это как мелко. Привет, лошадка. Как твои дела, лошадка? Я на котике. Ты держишь вынос даже. Ты кидай. Молодец. Вот вот. И вторую лошадки киньте. О, привет! Нету там в сене покемонов? Полечка, не дотрагивайся до веревочки этой. Там небольшой ток. Слабый-слабый. Что? Не надо так много, не надо. Чуть-чуть. Чуть-чуть, Заюш, не надо много. Все, хватит, а то они... Не будет у них там ничего. Объедятся. Все, зайчонок, хватит. Да не все. Идем дальше. Ой, где-то еще крыса. Ну а что же, где они? Я не знаю. Они везде рядом, и нигде их нет. Ну как это так? Крыса ученика. Да мы так будем тут как партизаны ходить, что ли, по лесу. Я хочу вот эту звезду реально. Но она даже не загорелась, зайка, еще. Потому что она новая. И она серая. Ну, ее можно найти. Думаешь? Да. Ты что? Ну, пошли. Плохо игр. Пошли, нет, искать. Ты плохо знаешь игры. Ну, конечно, я плохо знаю. Новая звезда. Это где? Которую ты хотела? Да, ура. Обалдеть. Вот она где была. Слава богу, моя ночь. Пожалуйста, не выскакивай, я тебя умоляю. Она может выскочить? Да. Как это? Да. И заново надо будет ее искать? Да. Не искать, а снова шарик. Фу. Как интересно. Что-то новенькое. Во. Новую коллекцию. Класс. Вот так я уж думала, мы тут никого уже не найдем. Почему найдем? Нашли, да? Вот так ходит, где она была. Ну, обязательно. Слушай, а почему она так долго не высвечивается, а потом резко высвечивается? Потому что у нас ее не было. И она новая. Я поняла. Почему, когда мы шли, она нам не высвечивала, что она вот недалеко находится. А сразу раз, и вот она рядом. Потому что она здесь была. А именно в этом месте? Да. А заранее ее нельзя увидеть издалека? Нет, нельзя. Жалко. Малыш, ты упала? Давай ручку. Не падай, зайчик, давай. Давай ручку. Ну, ничего страшного. Тут корешочки. Корешочки, видишь, какие, да? Корешочки на полу, да? Ой, на земле, господи. Вот, видите, какие здесь корни. Так, где-то 4 крыса, где-то одна лиса, а где-то одна птица. Да тут можно 2 часа ходить, зайка, их искать.
Они неожиданно как-то появляются. Я так рада. Ты рада, да? Но она что-то нам мало баллов. Она не особо сильная твоя звезда-то. Почему она сильная? Да? Что-то как-то мало баллов там с ней. Какой балл? Ну, очки. Очки. А, это 8. Видишь, всего... А, нет, это хорошо, 88, это круто. А самая сильная, смотри. А самая сильная вот эта вот, 185 у нас. Хорошо, что я ее улучшила. Да, она самая у нас сильная. Мама, как ты, это пыль. Пыль. Это пыль. Ну, странно, вот это тоже новая, вот эта утка. Да, тоже, кстати, нормально, там очков, да? О, она, это, хорошо тоже. Да, классно. А какие конфетки у нее странные? А, вот эти. Представляешь, зайка, если бы мы взяли эту игру в Болгарию, сколько бы мы там на море нашли покемонов? Наверняка. Ага. А люди их не видят. Так, ну ладно, идем дальше. Все, вот мы идем. Уже почти домой, скоро придем, она. О, у меня отсвечивает, я не могу ничего снять. Поняла. Кто это был? Крыса? Это лиса была. Что ты чешешь? Тебя укусил кто-то? Да не, просто чешется. Ну, кто там будет, покажи. Да как, кто лиса это? Зайка, машина, аккуратно. Странно, где вот эта птица и где крыса вообще? Слушай, ну мы уже штук 6 поймали, наверное, да? Я или что-то 7, уже сбилась со счета. Не знаю. Нет, не 8, но... 5 точно, я уже сбилась. 5 точно, я думала, мы вообще тут в лесу никого не найдем. Да нашли даже новую. Мама, да. Думала, одну какую-нибудь найдем и все. Давай ручку, давай. Так. Идем домой. Вот мы идем по дороге. И вот поворот туда налево. Да, нам надо налево. Там да. Потом как-нибудь в город съездим, там проверим. Если там покемоны. В торговом центре, говорят, много покемонов. Надо будет тоже как-нибудь ради интереса. Да, Никуш? Ага. Когда надо будет в магазин прикольная поехать. Прикольная игра. Прикольная, да. Немного ходишь, ножки тренируешь, да, Саюш? Ты как этот кладоискатель какой-то. Я никуда не смотрю. Ну так надо всегда, когда ты идешь далеко, я всегда играть. Ну. Вот крыса. Ой, я ничего не вижу, Зоя. Вот она крыса, вот она. Меня все отсвечивает. Ага, попалась! Ну, мы много сегодня поймали, я считаю. Я хочу новенькую. Ой, выскочила, вот как я и говорил. Еще? Да, видишь, она выскочила. Еще одна? Она выскочила из гружалочка. А, поняла. Вот я тебе и говорю. Все, я поняла, она может выскочить. Да, вот потому что... А сейчас ты наверное, поймала? Наверное, она сильная. Вот почему она выскочила. Кто выскакивает, значит сильный. Ну, давай. Поймала ты, да? Да, 30 тоже. Ну, я считаю, мы удачно сходили. Я хочу вот эту новую. Погулять? Вот эту новую хочу. Ну, хоти. На участке еще кто-то да, есть? Да, вот и рыбка новая. А что это за рыбка? Это какая рыбка. Красивая. Вот, да. Она прям как золотая. Лови да, ее новая. Быстрее. Я ее уже поймала. Посмотрю. Покажи, Полиночка. Смотри, я поймала рыбку. Давай в тенек отойдем, а то я не вижу. Во, во, отлично. Вот, я поймала вот красивую рыбку. Она очень красивая. Интересно, сколько вот. Она очков дает? Какая красивая. 39, не так уж. Но красивая зато. Ну, все-таки я решила еще чуть-чуть походить. И вот тогда много. Гоша... Ну, я думала, уже не будет на участке. Будет. Если у меня еще есть пациенты, значит, будут прогуляться. Значит, если больше шагов, тогда... Так, понимаешь, чем больше двигаешься, тем больше их появляется. Ну, давай, пожалуйста. Мама, дай сейчас Никуша поищет. Мама, пойдем домой. Если попадется. Никуш, подойди к Полиночке, чтобы она не плакала. Возьми за ручку, вот идите видишь, вместе. Человечек идет. Давай, пошли. Так, мы идем. Ой, новая. Вот эта рыбка начала вот такая. Она очень маленькая. Она вот... Давай быстрее искать. Еще появилась? Новая. Вот рыбка, она начала вот такая маленькая. А это уже большая рыба. Вот которая нам только что попалась. А вот эта маленькая. О, крыса. Ой, прямо на поле на шапке только что сидела. Ничего себе, мы так много уже поймали. Я уже хотела домой идти. Никакого домой. Думала, на участке же ничего не будет. Да будет. Что говорю, если есть пациенты, значит,
Это... Какие пациенты? Пациенты у врачей. Я шучу. А меня? Да, вот здесь. Тебя на голове сидел покемон. Ну вот, вот видишь, Сира, значит, новая. Так, ладно, дальше. Вперед! Ну, ты так. Довольна охотой? Да. Ну, я говори так, всем пока. Я не расстанусь снова. Я хочу вот так найти. Найдешь еще. Скажи всем пока. Ну, пока. Пока.